давай. Так тебе больше идет. Старомодный стиль тебе не подходит. Это оскорбление? Скорее, комплимент, Елена. Причем высшей категории. Слушай, я знаю, Стефан беспокоится по поводу нашей дружбы. Он тебе тоже об этом говорил? Нет, а тебе? Нет, ничего стоящего внимания. В общем, я думаю, тебе надо завязывать с флиртом, и вот так вот смотреть тоже не надо. Как? Так. Не заставляй меня жалеть о нашей дружбе. Ладно? Я не верю, что мы не сможем все исправить. Я соврала. Я была не права. Но ты мой брат, Джер. И я люблю тебя, и я хочу все наладить. Так что скажи, что я могу сделать? Ты можешь пойти к черту, Елена.